Афродита – крупное 10-метровое дерево с крепким ровным стволом. Плодоносит регулярно и быстро, одно дерево приносит более 150 килограммов свежих яблок. Первый урожай яблони дает на 5-й год после высадки в открытый грунт. Неблагоприятная погода на урожае не сказывается. Благодаря тщательной работе селекционеров сорт устойчив ко всем 5 видам парши на генетическом уровне. Однако дерево следует защищать от мышей и зайцев, они обгладывают кору ствола, из-за чего дерево может заболеть и погибнуть. Для защиты дерева рекомендуется мульчировать землю опилками, смочив их в керосине. Сорт Афродита не самоопыляемый. Яблоки Афродита созревают в конце сентября. При правильном хранении они могут лежать до марта. Из свежих плодов можно готовить джем, повидло, варенье, сок, компот и другие блюда.